Поколение интернет-зависимых. Почему живое человеческое общение все чаще уступает место виртуальному? Когда тебе плохо или когда тебе нужна помощь, кто к тебе придет? Из компьютера никто не вылезет. И как скоро мы окончательно уйдем в сеть? Фиксация события стала важнее, нежели участие в событии. Самые шокирующие гипотезы. Новые серии. Сегодня в 18:00.